желтой пылью наши окна запорошены. Третий день афганец бродит по горам. Я письмо тебе пишу, моя хорошая, из провинции далекой Бадахшан. Мне поет про горы грусть магнитофонная, а вокруг столпились горы наяву. И живу я здесь засадами, колоннами, да еще твоими письмами живу. Где отмечено в уставе ли, в Коране ли, для чего живет на свете человек? Здесь сошлись два века в противостоянии, век 20 и 14 век. Здесь не верю ни в Аллаха, ни в Иисуса я, 10 заповедей душу не томят. Вся религия моя, головки русые, сыновей, что с фотографией глядят. Ни к чему здесь новомодные традиции, все указы здесь не значат ни черта. Пью я водку с подполковником милиции, он милиции московской не чета. Пью за дружбу боевую настоящую, пью за то, что он не смотрит свысока. Что меня он, ни ходячего, ни зрячего, 5 часов тащил по скалам до полка. Может быть, мои сумбурные каракули разбирать ты будешь слезы не тая. Только сделай так, родная, чтоб не плакали письма папины, читая сыновьям. Только верь, и по законам человечности будет встреча, будет новая весна. Ты маяк мне, затерявшемуся вечности, по призванию офицерская жена. Ты маяк мне, затерявшемуся вечности, по призванию офицерская жена. Желтой пылью наши окна запорошены, третий день афганец бродит по горам. Я письмо тебе пишу, моя хорошая, из провинции Нагорный Бадахшан. Я письмо тебе пишу, моя хорошая, из провинции Афганский Бадахшан. Потому что у нас тоже есть Бадахшан. Еще одно.